Всем доброго времени суток, уважаемые подписчики и зрители канала, с вами Армак, и сегодня вашему вниманию предлагается очередная игра на чемпионате мира по третьим героям. Сегодня у нас вторая игра между сборными России и Молдовы, пока что Россия побеждает со счетом 1-0, и предыдущую игру шаблон выбирала Молдова. Поэтому на эту игру именно Россия выбирает шаблон, и шаблон был выбран «Карнавал». То есть игра в целом должна получиться очень быстрой и динамичной. Ребята должны вложиться в какие-нибудь 1,5-2,5 часа, скорее всего. Особенно с учетом одновременного хода. Карта крошечная, с подземкой, правда. И кроме стартовых городов, городов больше на этом шаблоне нигде на карте нету. Бишопа мы на маленьких картах уже видели, определенные достижения у него на таких картах есть, соответственно. Ну а вот если мы говорим про Стингера, то я вот не помню, играл он мелкие карты или нет. Насколько вообще это ему близко. Итак, давайте представим, собственно, игроков, которые у нас сегодня будут играть. Итак, слева у нас Бишоп, представляет Россию. Пушкина, это капитан, собственно, сборной России, 36 лет, играет в герои с момента их релиза, но, правда, с перерывами, порядка 7 лет. Занимал второе место на турнире Jebus Cross в 2018, многократный победитель московских офлайн и лан турниров в Хаос Лиге, победитель турнира 2x2, победитель турнира 1 за всех и все за одного, турнир вне закона при игре без правил, а также является действующим чемпионатом мира в составе сборной России. В 2018 году этот титул был завоеван. И, собственно, выигрывал турнир Jebus Cross в 2019, но уже на версии Хота. И Lobby Style M200, как раз таки мелкие шаблоны, у него тоже есть достижения в 2019 году. Его оппонент сегодня Стингер. Тоже капитан своей сборной, у нас сегодня битва капитанов. Представляет он город Кишинев, 38 лет, играет в герои много лет, побеждал на турнире «Весна» 2010-го, два раза становился чемпионом СНГ и является единственным игроком, кому СНГ покорялся два раза, является рекордсменом в этом плане. Побеждал в турнире «Первый снег», становился игроком 2013 года на портале Heroes World, выигрывал командный турнир 2x2 Double Up и многократный призер самых разных онлайн и офлайн турниров. Битва должна получиться очень интересной, игроки очень сильные, и предположить, кто сегодня выиграет, в принципе, будет сложно. Единственное, как я говорил, я не знаю, как у Бишопа в целом обстоят дела с тем, чтобы... Точнее, не у Бишопа, а у Стингера, с тем, как он играет мелкие шаблоны. То есть это будет важно в сегодняшней игре. Все, переключаемся тогда с вами, ребят, на игроков. И поехали смотреть за тем, как проходил Черк. Итак, выпадает пара башня на Некрополис. За башенку можно взять Салмира, за Некрополис можно поиграть за Айслин, например, или за Септиену какую-нибудь. За Танта можно, в принципе, поиграть, тоже достаточно хороший герой. Ну, то есть, по героям Некрополис, он такой более универсальный. Бишоп сразу же дает 1000, играют ребята на 160%. Привет, Игнат. Не ждали, не гадали. Ну да, да, немножко так спонтанненько. Я как раз пока отходил по делам, пришел, смотрю, ребята уже пишут, что у них сегодня партия. Так что мы быстренько-быстренько с вами подготовились к тому, чтобы у нас была возможность все-таки эту игру постримить. И посмотреть, как она проходила. Поскольку шаблончик маленький, я не буду ускорять игру. Будем смотреть в оригинальном варианте, вот как она шла. Стингер дает 1100 за выбор города. Бишоп 1300. Стингер 1400. 1500 от Бишопа, 1600 от Стингера.
Ну и начинается аукцион, кто больше предложит за выбор города. До 2000 дошло уже. В целом пары достаточно интересные, но... В целом я даже не знаю, какой вариант получше. Ну, например, Некрополис, он хорош тем, что можно ману высасывать из соперника за счет улучшенных тряпок. И в целом твоя армия постепенно растет и растет. То есть, если за танта какого-нибудь стартовать, то с поднятием нежити тебе даже гильдию особо не надо будет строить. Хотя, конечно, ко встрече с соперником хотя бы второй ГМчик в идеале бы построить. Но можно магию словить, конечно, и через ящики Пандоры. Напоминаю, что карта устроена таким образом, что у каждого есть три соседние зоны, и из этих трех соседних зон ты попадаешь уже в соседние зоны оппонента. То есть буквально ты одну зону проходишь, и уже могут идти стычки с соперником. Очень быстро все может начинаться, но, как показывает практика, ребята стараются не рисковать, и поэтому они сначала защищают свои три ближайшие зоны, и только после этого уже решают, в какой именно момент выныривать к сопернику. Здесь именно важно красный цвет купить, чтобы у тебя была возможность заредрашить. Шаблончик выбрали, ребят, для игры «Карнавал». Бишоп выбирал этот шаблон. Он уже играл дважды этот шаблон против сборной Украины. Тогда «Карнавал» принес им одну победу и одно поражение в тех играх. Посмотрим, как сегодня для России окажется этот шаблон, везучим или нет. В общем, бишоп за 3400 купил себе возможность выбрать город. И дальше начинается торговля как раз-таки за возможность выбрать цвет. 500 дает стингер за цвет. Ну, Red Rush это важно. Вот тут я даже не знаю, до скольки ребята будут. За 700 стингер покупает. Возможность игры красным цветом. Давайте посмотрим. Что? А вот это интересный момент. Он выкупил цвет, но выбрал синий. Преимущество синего цвета заключается в том, что все, что ты отбираешь в конце своего хода, оно приносит именно тебе пользу, а не сопернику. И ты в конце каждого хода успеваешь пополнить ману, чего не успевает, например, во время хода соперника сделать красный цвет. То есть смею предположить, что именно подобные моменты, они стали какими-то важными. Либо же он таким образом хочет дать сопернику отрестартиться первым, поскольку красный цвет первым говорит, будет он играть или не будет расклад, то есть рестартит он или нет. У ребят по два рестарта на первый день или один рестарт на второй. Бишоп берет Салмира. Ну, Салмира, да, я согласен, на этом шаблоне тяжело перебивать, хотя случаи бывали, конечно. Айслин. Вот с выбором Стингера тоже согласен. Для меня Айслин практически безальтернативный вариант. По пробивной мощи мало кто может сравниться. Бан объектов здесь никак не снимается. Бараторч, к сожалению, запрещает подобные вещи. Но за то, что он хотя бы перестройку гильдии магов разрешил, когда мы попросили с вами, это уже хорошо. То есть это хотя бы дало возможность уже как-то помудрить немножко над маленькими картами и в целом придумывать карты маленького размера, в которых можно поиграть в лейте. То есть в затяжных играх. Что обычно, конечно, у игроков высокого уровня обычно лейта на маленьких картах не бывает. Ну, за редким исключением. Бишоп говорит по поводу таймера. Стингер говорит, что таймер стоит в принципе турнирный. 12 плюс 6 плюс 2. Спрашивает Бишоп 12 плюс 6 плюс 2. Стингер говорит, ну да. Да, это под все шаблоны.
Возможно, у Бишопа просто было мало времени, он хотел поменьше, еще таймер. Ну, по обоюдному согласию они могут его как удлинять, так в принципе и наоборот. Стингер. А, Стингер еще думает, кого выбрать, или выбрать все-таки Танта, да? А, ну Септиена, да. Ну, вот как я и говорил, типа три этих варианта. Септиена, Тант и Ведомина. Септиена единички хорошо вырезает, Тант имеет поднятие нежити, поэтому может брать те объекты, которые не могут другие герои. И Айслин это самый пробивной герой, который есть у Некрополиса. Там тех же стрелков попроще пробивать, да и не только стрелков. И в финалке тоже с оппонентом может достаточно хорошо решать. Все-таки поменял на Танта. Еще секунду просит Стингер. А что на этот раз? Галтрана? Ну, играть за воина на мелких картах это риск определенный. С другой стороны, конечно, пробивная мощь будет хорошая. То есть постарается максимум получить скелетов на старте. Ну, надо быстро. И если он быстро не прорвется к бишопу, у него могут быть серьезные проблемы. А с учетом того, что Молдова и так проигрывает со счетом 1-0, то это огромнейший риск. Ну что, желаем ребятам удачи. Пусть победит сегодня сильнейший. Тот, кто допустит меньше ошибок, как обычно. Поменьше рандома, побольше скилла. Ну и ждет Стингер, пока Бишоп нажмет галочку с тем, что он согласен. Да, он согласен, поэтому между ребятами начинается игра. Поехали. Включаем обоих игроков. О, ребята играют без одновременного хода даже. Даже так. Скорее всего, у кого-то из них он не оплачен. Ну, вот видите, из-за того, что заранее не предупредили, что будут садиться играть, они там за 10 минут, по-моему, написали. Но это уже когда я пришел домой, я увидел, что за 10 минут написали о том, что будут играть. Вот из-за этого пришлось им играть именно так. Без уха и без ускорения, да, да, получается именно так. А выход через ящеров, но зато есть ящик Пандоры, правда, не особо легко берущийся. Колодец тоже стоит неудобно, здесь в каждой зоне должен быть колодец, поэтому магами играть достаточно хорошо. И, наверное, это один из немногих случаев, когда Галтрану лучше прокачать не землю, а воздух. Потому что в битве с Салмиром тебе надо будет побыстрее вгрызаться во вражескую армию. Ну и есть время у Бишопа подумать, да, как лучше все это дело отыграть. Кроме повышалки на силу магии и ящика Пандоры, я, честно говоря, не вижу, за что здесь можно цепляться. Пробивка не самая приятная будет через ящеров. С другой стороны, опять же, у него есть в наличии цепнушка. Правда, прокинуть он ее может только один раз. В первый день улучшаются гремлины. А, ну я понял, он пытается пробить ящик Пандоры.
и в зависимости от того, насколько он хорошо пробьется и что ему там дадут, тогда уже Бишопи будет решать, играть это или нет. Но если Пандора плохая, я думаю, что это будет рестарт на 1-1-1. Ну вот, пошла первая цепнушка. Она же, собственно, и единственная в данном бою. Я уже думал, что все, рестартить будет, там настройки зашел, а там, видимо, немножко настроечки поменял. Напоминаю, что ребята в турнире играют абсолютно без правил. О-хо-хо-хо, 110 гремлинов, ребят. Ничего себе старт. Ну, короче, если до этого можно еще было думать, заиграть или не заиграть, то сейчас вроде как такой вопрос уже больше стоит в пользу того, чтобы заиграть, наверное. Да, конечно же, Бишоп ставит плюс. Тут я, наверное, тоже с ним соглашусь. Как-то очень заманчиво сыграть нечто подобное. Просто почти 200 гремлинов, они же здесь будут разваливать с этими охранами, которые на этой карте. Ну, если не все, то почти все. По поводу Стингера следует сказать, что у него целых два внешних жилища, зомби и некроконей. И если зомби ему, может быть, не сильно нужны, то вот некрокони, это уже смотрится интересно. И тоже есть ящик Пандоры за ограми. Правда, без стрелков их, может быть, не так приятно будет брать. А сразу же строится преобразователь скелетов. Закидывает туда побольше ненужных юнитов. Почему собачек не пустил в преобразователь? Я думаю, что там все логично. Собачки — это единственные нормальные юниты с разгоном. То есть именно на собачках он будет разгонять своих юнитов. Своих героев, точнее, извиняюсь. И тоже, опять же, поскольку есть рестарты, тоже хочет начать свой день с того, чтобы забрать ящик Пандоры и от этого уже дальше плясать, играть или нет. Судя по всему, возьмет он нормально этот ящик. Давайте посмотрим, что ему дадут. Может, ему тоже тут пачка скелетов сейчас подъедет. Вообще интересно начинается игра. Тут надо... А, ему даже снимать ответки не надо. Ему надо просто закрываться от некоторых юнитов, чтобы они до него не доставали. И все. Единичками прикрылся. Дальше скелеты под Галтраном. Они получают плюс один скорость и магию. Всю магию первого уровня получает Галтран. И снизу, ребят, еще консерватория засветилась. Потенциал у данного расклада однозначно есть. Также по поводу дорожек хотел сказать. У вас, несмотря на то, что есть три выхода из зоны, только одна из них по дороге. И вот именно если вы хотите устроить наиболее быструю встречу с соперником, то надо как раз по дорожке бежать. Так вы быстрее всего встретитесь. А по бездороге там уже все-таки дольше. Поэтому те, кто пытаются затянуть игру, они наоборот сразу врываются по дорожке, съедают эту зону, понимая, что в нее будет вбегать кто-то из оппонентов на данном шаблоне. А после этого идут уже отъедать те зоны, которые по бездороге, и понимая, что там уже соперникам придется бежать дольше, что вам уже будет больше на руку. Но некроамулетчик тоже замечательно вообще зашел. Некрения будут идти более быстрыми темпами. Ну, хочу сказать, что у обоих расклады достаточно интересные. У
Не берусь судить о том, типа, балансные они или нет. То есть в разной степени разные бонусы получили ребята. Но интересные. Если собрать на все золото и разыграть, то, возможно, даже расклад с Стингером мне чуть больше нравится, в том плане, что есть консерватория, колодец более удобно стоит, прямо возле города. Ну и все, ход передается дальше. Да, оба игрока заиграли. На второй день еще каждый из них может взять рестарт. У них 2 дня на рестарты дается. Так что пока что это еще ни о чем не говорит. То, что оба игрока заиграли. Но Стингер, я думаю, должен напрячься. То, что он не зарестартил, и соперник тоже не стал рестартить. Обычно все-таки происходит наоборот. Если соперник первый свой расклад не рестартит, то ты, играя вторым номером, подумываешь о том, чтобы зарестартить, потому что что-то там не то, прям с первого раза садится и заигрывает. Ну, тут ребята, видите, оценили ситуацию, в целом она им понравилась. Наигрыша на данном шаблоне у Биша побольше, поэтому в целом не мудрено, наверное, почему он выбрал именно этот шаблон. Я очень сильно сомневаюсь, что этот шаблон со стороны Стингера как-то наигрывался под данный турнир. И за счет гремлинов тоже единичек удалось нормально развести. Отлично, волшебство продолжает подкачиваться. В 3 героя играет Бишоп, но и в большее количество пока что заиграть не получается. Огромная беда с золотом. И находясь возле кучки золота, он сейчас ее тоже не брал. Ну, не хочется очки перемещения так на ровном месте сейчас тратить. Попробует змеек пробить и пробить на другом герое. Опять же ради темпа. То есть этот ход, скорее всего, у него будет простой. Он мало что будет успевать делать и строить не имеет возможности. А вот со следующего хода, наверное, уже пойдут какие-то постройки. При возможности дай посмотреть турнирную табличку. Само собой, ребят, в начале стрима я ее показывал, и в конце мы ее с вами тоже посмотрим. Стингер захватывает лесопилку. По героям у него ситуация немножко лучше. Он играет не в 3, а в 4 героя. А плюс следует отметить, что Кейтлин, она ему еще и дополнительное золото приносит. Поэтому по денежке у Стингера немножко даже интересней. Отстраивается гильдия первого уровня, но все заклинания первого уровня у него уже есть. Там он не имеет возможности что-то еще получить. И решил даже собачек тоже, собственно, пропускать через преобразователь. Вообще, зомбята тоже, наверное, интересно бы могли пригодиться для Стингера под взятие каких-то объектов, там типа уликов, да, они достаточно живучие. Но у Стингера все-таки специалист по скелетам, поэтому надо реализовывать именно скелетов. И скелеты, они все-таки будут побыстрее.
Плюс это как-никак один конкретный хороший ударный стек. До момента встречи Стингеру жизненно необходимо построить гильдию магов третьего уровня. Если он этого не сделает, то у него могут быть большие проблемы. На третьем уровне ему надо надеяться на то, что ему дадут все-таки поднятие нежити. Сейчас продвигается некромантия, некрокулончик. Плюс первая гильдия ему еще нужна, знаете, для чего? Ему надо усилитель некромантии строить. То есть усилитель некромантии, в ближайшее время заэкспертится некрения, некрокулончик. То есть к моменту встречи уже ну, каких-нибудь 250-350 скелетов со стороны Стингера. Это реальность. А можно и больше, в целом, смотря когда они встретятся. Целых два улика видно. Блин, вообще потенциал очень хороший. Забрать к концу два улика и... С таким раскладом, да. Пожалуй, за воина можно сыграть. Даже против мага. На второй неделе, скорее всего, уже будут идти стычки между ними. Велик шанс того, что либо по знаниям будет беда у Саудмира, либо же может быть беда по силе магии, а возможно он еще и не в магию воздуха качнется, что будет для Бишопа вообще провалом. Но это все мы с вами еще посмотрим. Может, все-таки повезет, словит воздух, чтобы усилить цепнушку. По итогу, ну, знания они сами по себе должны расти достаточно часто. Ну, а сила магии, вот у него есть повышалочка одна, и может быть, он по пути там где-то найдет еще. Префектура идет на третий день. Вообще, отстройка префектур здесь это нормально, потому что просадки по золоту здесь есть. Здесь, несмотря на то, что на карте целых 8 зон, они маленькие, и ну, сильно ты не разгонишься. По крайней мере, до момента, пока ты не возьмешь золотые шахты. Давно Бараторыч дал добро на перестройку гильдии? Ну, уже да, достаточно давненько. Я на портале Heroes World писал по поводу этого. У нас какой-то турнир там проходил на маленьких картах. По-моему, перед Скорострелом, возможно, это было. Да, это наверняка было перед Скорострелом, вот только не помню, насколько это было раньше. Можно найти пост, в общем-то, на портале Heroes World. Одну тряпочку пришлось уже отдать. К золотой шахте потихонечку пробился. Есть возможность освободить какого-то героя из тюрьмы. Но тут снизу везде блоки. Но из плюсов следует отметить, что он сюда пробился уже не зря, хотя бы ради двух кучек золота. А после этого поехал пробиваться в еще одну зону, которая находится слева от него. Эту зону надо съедать как можно быстрее, потому что соперник, который играет красным цветом, когда будет врываться к тебе, скорее всего, пойдет именно по этому направлению. И желательно, чтобы он шел просто по выжженной земле, когда там все уже забрано и отбито, и он не может параллельно с бегом к тебе что-то еще там делать. Получать какие-то преимущества. Золотая шахта тоже находится в этой зоне.
И, кстати, не сказать, что там прям самая сложная охрана. Вот гномятня сейчас тоже подарит ему достаточно много золота. Даже не надо строить никаких префектур Стингеру. То есть даже без этого все худо-бедно у него срастается. А вот Бишопу пока сложнее в плане золота. Но зато армии на данный момент, конечно же, у Бишопа больше. То есть Россия выигрывает по ударной мощи, Молдова выигрывает пока что по экономике. Ну и героев больше, как бы разведка, разбежка. То есть темп у Стингера повыше все-таки будет. Так что Молдова по темпу впереди. И еще мельничка. На таких крошечных картах даже каждая мельничка, она может стать решающей и позволить тебе что-то построить. Ресурсов не так много, и здесь игнорировать такие штуки никак нельзя. Замедляет вражеские стеки для того, чтобы скелеты получали преимущество, поскольку сейчас сражается Сандра, а не Галтран, и плюс один скорости здесь скелеты не получают. Ударными стеками вышел вперед, и понятное дело, что он их ваншотит, то есть убивает с одного удара. В один стек стали, да? А Стингер сделал два стека ударных. Ну, опять же, все равно все будет стандартно. Можно было вот эту единичку, наверное. Ну, хотя, не, наверное. Хотя, да. Пожалуй, можно было не терять. Если бы замедление накинул, тогда снимал бы ответку и двумя стеками вгрызался. Ну, опять же, плюс-минус один скелет это не такая уж и большая разница. Зато ману немножко сэкономил. Кстати, в этой зоне я пока что не вижу колодцев. А колодец где-то должен быть в теории. Блин, но сундуков набросало прям хорошо. По золоту тут, конечно, Бишоп вообще в одну калитку проигрывает. Но Бишоп в своем раскладе купился все-таки на гремлинов. И, возможно, это еще успеет сыграть, особенно если он ворвется достаточно быстро, особенно на Red Rush, на 1-2-1, если получится все у Бишопа, чтобы соперник еще не успел улики и консерватории брать, то в целом шансы еще будут хорошие. Так, отстраивается гильдия магов, есть стрелочка, замедление. Айн сейчас все это дело передает за счет грамотности на Салмира. И Салмиру даже город не надо посещать для того, чтобы изучить данное заклинание. И все, битва с ящерами. Мана пополнена, так что можно будет пройтись цепнушкой. И... А, хотя нет, наверное, не собирается он накидывать цепь. Или будет все-таки? Нет, все-таки не стал, да? И не купились они на те единички, которые он начал тащить. Ну, в целом можно было подраться с меньшими потерями, но с тратой маны. Пока что мы видим, что Бишоп не очень сильно экономит армию, которая у него есть. Наоборот, старается экономить ману, хотя с учетом того, что колодцев должно быть много, мне кажется, что как раз-таки с маной больших проблем возникнуть и не должно.
Ну, побаивается, наверное, каких-то блоков, может быть, абсолютно необязательных. Теряет немножко армии, но благо это не родная для него армия. Не влияет это толком ни на что. И улик вроде как и есть у него, но он за снайперами. Как минимум снайперов надо чем-то обгонять по скорости, чтобы ты хотя бы цепнушку успел прокинуть до того, как они начнут стрелять. А обогнать по скорости их будет сложновато. Это за счет кого там, джинов что ли, отстраивать? Это не так уж и дешево. Ну а по золоту, конечно, беда. Вообще часто даже обзорки здесь генерятся, и за счет обзорок проще немножко ситуацию оценить. Но мы видим, что в этот раз как-то сдало, что нет обзорного дерева ни у одного игрока, ни у второго тоже. Один из сундучков, я не знаю, к счастью или к сожалению, оказался не на золото, а дали застывший глаз дракона. Достаточно хорошее колечко. Скелеты тоже потихонечку растут. Усилитель некромантии тоже стоит. И вот задумывается о том, строить ли вампиров сейчас Стингер. Ну, типа есть стратегия с улучшенными вампирами. У нас ребята даже некоторые разыгрывали уже на этом турнире подобное. Но не всегда это приносит хорошие результаты. Иногда ребята просто тратят время, а оно по итогу не отыгрывается. Слишком много стеков получилось нейтралов. Чем меньше было бы стеков, тем проще можно было бы здесь подраться. А так, скорее всего, он всех единичек потеряет. Более того, еще и по ударному стеку скелетов тоже может прилететь. И достаточно хорошо прилететь. Ну, единички тогда надо тратить хотя бы на то, чтобы их как-то развести. Чтобы они не так сильно друг друга страховали. Пока что вот три стека вырезаются без какой-либо агрессии в сторону ударного стека. А тут за счет моральки лишился последней единички. И тут уже хочешь не хочешь, сейчас придется принимать удары на себя. Тут, ну, по-другому просто никак. 12 скелетов отдал. Тактику предлагают, но на данный момент некромантия для него поважнее. Некроманты, не забываем, что они еще имеют неплохой шанс на получение дипломатии. И когда у тебя есть 9000 золота, то можно даже кого-то присоединить. Даже если это ненужные тебе стеки, ты их можешь закинуть в преобразователь, и это будут для тебя новые скелеты. Магию земли уже Галтран схватил, так что через эксперт ускорения перебить Салмира не получится. Надо будет уже играть там через щитки, камни кожи, замедление. То есть тоже работать на затягивание боя. Сразу залазит в улик. Думает, что сможет подраться. Ну, если щитки накинет. А, ну у него маны нет, он ничего не накинет. Наверное, как бы те потери, которые ему предлагали, так оно примерно и будет.
Так что да, только он там около 40 скелетов успел наникрить за полнедели, как примерно всех этих скелетов пришлось и отдать. Но благо половина из них вернулась в размере 20, так что потери вроде не особо-то и серьезные по итогу, и уже добавляются виверны. Так что ударная мощь Стингера, она потихонечку растет, чего не скажешь про ударную мощь Бишопа, которая вот немножко улучшилась на первый день, но после этого такая вот тишина настала, и в целом Бишоп немножко засиделся у себя на респе, но чтобы потом уже туда не возвращаться. И все равно поглядывает именно в сторону вампиров. Да, отстраивает их. К сожалению, без внешнего жилища вампиров их много собрать не получится. Но, возможно, даже 8 вампиров, которые могут быть у него ко второй неделе, будет достаточно, чтобы в улучшенном виде они помогли ему взять там консерваторию или какие-то еще бои провести. А вот Бишоп видит, через какую охрану можно встретиться. Это алмазные големы. И это в целом достаточно больно. Цепнушкой с ними не повоюешь. То есть им практически наплевать на имеющуюся у тебя магию, именно ударную. На лагерь беженцев он пока что не обращает внимания, снизу слева. Если бы ему дали какого-нибудь, я не знаю, там, дракончика, да, с иммунитетом от магии и высокой скоростью. Или там титан какой-нибудь. Ну, это вполне могло помочь бы ему еще поднять ударную мощь. С другой стороны, золота нет на то, чтобы все это дело покупать. То есть ему в идеале под конец недельки как-то успеть бы проверить, что там есть. Неужели Салмир сейчас будут этих алмазных бить? Но пока что очень похоже на то. Если он их пробьет, то он как раз сможет выглянуть к сопернику, который как раз с этой зоны только-только ушел по факту. Неужели он прямо на первой неделе попробует устроить встречу? Ну, кстати, поделились достаточно хорошо. То есть ваншотить, убивать с одного удара здесь будет вообще проще простого. Еще и разводка за счет гремлинов, точнее горгулек, а не гремлинов, она здесь должна работать очень даже хорошо. Призадумался Бишоп что-то. Расстрелял дальний стек вместо ближнего. И как-то заранее он не стал готовить сверху какую-то единичку, которой можно было бы отманить назад. Возможно, получилось бы их увести, и таким образом здесь потери были бы поменьше. Ну, с другой стороны, он кроме единичек особо-то ничего и не теряет. Но если заморочиться, был шанс, наверное, отманить их и без таких потерь. В целом, можно сказать, потери неплохие. И вот он выглядывает к сопернику и видит, что один из вражеских героев уже стоит здесь рядом. Также у него маны достаточно много. Игнат говорит, Бишоп вздернет Стингера, все идет к этому. Ну, не знаю, ребят. Все-таки цепную молнию он сможет дать только одну. И помимо гремлинов у него никого больше нет.
То есть, если ему заблокируют гремлинов, это все, это ГГ. Гремлины в ближнем бою ничего не могут. Плюс выстрелов у гремлинов тоже мало. А если мы говорим про стингера, то он там накинет, например, ускорение на своих скелетов за пару-тройку раундов, доходит и начинает там выгрызать все. Плюс у него есть еще виверны. С вивернами за два раунда точно ты долетаешь, куда тебе надо. А если с моралькой, то даже с первого раунда. В общем, не знаю, Бишопу тут надо хорошенечко подумать. Он, конечно, не видит всей ситуации, но я не уверен, вот если сейчас произойдет встреча, что победа будет за Салмиром. Если бы он пополнил ману, и ему хватало на две цепнушки, это уже было бы интереснее. А так цепнушка плюс там молнии, либо замедление тоже накидывать. Да, непростое решение. И хочется, и колется. Ну, наверное, все-таки повременит, да? Пойдет, возможно, склеп пока возьмет. Сундучок. Не знаю, правда, на золото или на опыт. Но очень сильно размышляет насчет того, чтобы идти все-таки на оппонента. И уже заканчивать игру на первой неделе. Нет, все-таки пока что отпустил, да? Не решается. Берет золото. После этого опять становится на портал. То есть с надеждой на то, что возможно на следующий ход будут пробиваться. Ну а раз он стал выжидать, значит возможно готовится какой-то то ли подвоз, то ли я даже не знаю. Может он лагерь беженцев как раз проверит. В надежде, что там дадут что-то интересное, и уже тогда с этой доскупочкой тогда ломиться дальше. Тогда можно было еще и склеп, наверное, ломануть. Заодно и Салмира немножечко подкачать, и плюс какой-нибудь подвоз бы подъехал. Стингер нажимает кнопочку «Повторить ход», видит, что соперник к нему выглядывал, причем несколько раз. И тут Стингер понимает, что с обратной стороны... Охрана уже пробита, и навряд соперник успел убежать далеко. И начинает подумывать сам, а не выбежит ли мне сейчас в сторону Бишопа? Тоже как бы вслепую, когда ты пытаешься рассчитывать свой врыв, это достаточно опасно. Больше руководствуешься именно ощущением игры, пытаешься прикинуть, что в этот момент может быть у соперника. А с учетом ящиков Пандор предположить это сложно. Привет, Денис. Стингер молдаванин, но он родился в Молдове. Потом со временем переехал в Россию и сейчас... Уже продолжительное время живет в России. То же самое можно сказать про игрока с ником Саниок. У него один из родителей из Молдовы, то есть есть прямые корни. Но сам проживает в Украине. Но тоже принял решение выступать именно за сборную Молдовы. Они вот вместе со Стингером играют. Также есть известный игрок. Сейчас уже малоактивный, правда, но периодически поигрывает Виго. Виго тоже родился в Молдове, потом переехал в Россию. И был еще у нас такой игрок с ником Георг. То же самое. Проживает в России, но тоже с молдовскими корнями. Ускорение дает, чтобы обогнать и первым ударить, но с одного удара, к сожалению, не выбил. И он экспертит магию земли. У него уже будет преимущество над соперником. Георгий? Нет, ник был Георг.
Хотя как его звали, я не знаю. Может быть и Георгий. Ну что, на очереди падение второго улика сейчас, да? Блин, ну это сильно. Если он еще и консерваторию успеет, взять, то мне кажется, здесь победа за сборной Молдовы будет прям однокалиточная. Хотя, конечно, и просто взять два улика это уже достаточно сильно. То есть в то время как Бишоп находится в двух зонах, его соперник Стингер находится в трех зонах. То есть по темпу перетемповал. Да и по героям ситуация получше. Там три героя, здесь целых пять. Но этому, конечно же, благоволило то, что по золоту получше сдало. Получилось так, что ситуацию немножко лучше оценил. Ну хотя без рандомчика здесь тоже не обошлось. Маны, правда, маловато. Если получится добежать до Галтрана, что вряд ли, можно было бы Галтрана подловить сейчас без маны и достаточно серьезно его потрепать. Стингер подумывает о том, как ему сделать так, чтобы... Ага. Он разбивает сейчас главного героя. Улик берет другим героем. Вы посмотрите, как он хорошо все продумал. Он видел, что главного героя ты никак сейчас не вернешь, а соперник, скорее всего, будет врываться к тебе. А если так, то тебе надо город оставлять с охраной. Но оставлять охрану на ложке нельзя, потому что тебя сейчас накажут. И он делает, как по мне, очень важный и, возможно, даже ключевой момент в игре. Он возвращает Галтрана домой и сейчас должен привести на Галтрана абсолютно всю армию, которая есть. Это будет максимально сильная защита города. И плюс к тому же он здесь оправдает выбор синего цвета, потому что он полностью пополнит ману сейчас. У него же гильдия магов стоит. То есть он по факту разыграл все, что у него было. Ну, кроме консерватории. А так тут полностью оправдывается выбор расы, полностью оправдывается выбор цвета и даже выбор героя. По итогу тоже оправдался. Не, ну круто. И он делает двойную защиту. Сначала Сандра на вампирах. А, или он его просто спрячет? Ага, он его просто прячет. Я думал, двойная защита типа будет. Не, он решает разогнать Галтрана. Ну и раз он находится на разгоне, то придется обходиться без единичек финалки. Если таковая, конечно, сейчас будет. Хотя, опять же, вот со стороны Бишопа, может, это был маневр такой из разряда, типа, я покажу, что я сейчас атакую, а сам не пойду, чтобы соперник там нервничал, постоянно пытался защищать город и так далее. Но, если честно, пока все выглядит на то, что вроде как Бишоп собирается все-таки врываться на первой неделе. Бишоп докупает себе еще одного героя. Угу. Он себе повозку купил. Повозка покупается для того, чтобы больше выстрелов было у гремлинов. Ну, без повозки, да, я согласен, что сложные бои как бы проводить крайне и крайне печально. Большой риск того, что просто банально не хватит выстрелов. А ты не знаешь, насколько долго тебе придется стрелять. Но, конечно, в целом достаточно дорого это ему обходится.
Ну что, Ведамина сейчас по цепочке передает палатку, передает повозку, и теперь ему немножко проще будет даже закрываться с их помощью. Хотя, возможно, палатка сейчас и отъедет, если не получится быстро расстрелять этих ребят. Ну да, ребята, Бишоп идет врываться. Это достаточно опасная затея, потому что очень быстрые юниты эти мечники, плюс бьют дважды. Если даже хотя бы один дорвется до гремлинов, то сладко не покажется. Палатку понимает, что терять тоже нежелательно, поэтому он подставляет единички, чтобы выиграть немножко времени. А одну единичку запускает позже, чтобы ею можно было один стек отманить назад и выиграть чуть-чуть времени. Дальше ему единички придется делать из гремлинов. Это уже более медленные будут единички, которыми и ответные удары не сильно-то и поснимаешь, поскольку это стрелки. Ну, достаточно быстро. Сейчас все может и закончиться. Причем самый прикол-то, если Бишоп сейчас не дотянется до города, то это будет уже шанс намного выше, что он вообще не вылазит с этой зоны, потому что он врывается к сопернику, попадается под магические хитраны соперника, который может несколько раз атаковать магами, вырезать ему гремлинов и потом уже атаковать главным героем или наоборот садиться внутри города и защищаться там. По факту идет просто вслепую. Подвоз единичек, все продумано, ну да. В идеале, конечно, чтобы эти единички были улучшены, но, к сожалению, золота не хватало, чтобы прям настолько все провернуть хорошо. Блин, ну походу он не добегает. И он видит, что улик-то взят. И понимает, что упс, походу тут все пошло не так, как он задумывал. Его тут готовы видеть. Решил сыграть Бишоп нестандартно, но, как я говорил, врывы на первой неделе, они очень часто не оправдываются. Как показал турнир, в основном все-таки есть смысл, чтобы побегать по мошнице и только потом уже идти на оппонента. Ну а Бишоп, видите, решил линейно сразу ломануться, надеясь, что у соперника нет такого серьезного перевеса по армии, там по скелетам еще не успел наникрить, ну и все в таком роде. Или дотянется все-таки. Ребят, похоже, что он дотягивается. Лол, говорит Бишоп, Макси Улик. Но Бишоп не знает, что уликов было два. Он просто видит, что их там от 10. А максимальный улик как раз 12, а предмаксимальный 8. То есть если от 10, то это максимальный улик. И непонятно, как соперник максимальный улик взял. Но Стингер сказал, что нет. Бишоп должен понимать, раз нет, значит уликов было 2. А раз было 2, то там может быть, например, ровно 10. Если один был на 4 виверны, один, например, на 6. Это ему еще больше разброс, в общем-то, дает. То есть он
И еще больше не понимает, сколько же там конкретно виверн. Но в любом случае он понимает, что все очень плохо. А маны 36. Цепнушка стоит 24. Всего лишь одна цепнуха. Ну, таймер у него есть, так что есть возможности подумать, да, что же сейчас делать. Но если честно, у него в принципе варианта два. Это атаковать сразу и будь что будет, или не атаковать, но в этом случае ситуация для него еще хуже, потому что соперник его просто задолбает своими ложками, которые будут нападать с единичками и каждый раз кидать, собственно, магией по гремлинам, заставляя их таять, таять и таять. А кроме гремлина, в общем-то, никого нет. Так что да, ребят, финалка. Ну что сказать, экспертная магия здесь очень сильно роляет. Которая есть со стороны Галтрана. Но если получится как-то перестрелять и долго постоять в защите, то шансы вытащить этот бой есть. Проблема в том, что пока непонятно Бишопу, как же убить всех этих виверн. У них же 70 здоровья, 10 виверн это 700 хп. Да и так даже взять скелетов, у них там поскольку по 6 здоровья, да? Это тоже больше, чем 600 хп. А стреляешь ты с кривой стрелы, благо выстрелов у тебя много. Ну, если будут моральки у гремлинов или удачки выпадать, то можно, наверное, развалить врага. Если же нет, то тут как бы, даже не знаю, может вывезет, а может и нет. Тут уже больше вопрос, как Стингер сыграет. То есть экспертная магия у него есть. По скорости он превзойти соперника может достаточно легко. Ну и Бишопу здесь надо подумать, что для него выгоднее. Давать цепнушку или просто накидывать обычные стрелки. Он решает, что дать цепнушку выгоднее. Ну а Стингер ему в ответочку накидывает экспертное замедление. Так что сейчас Стингер пойдет вперед. Самая большая беда для Салмира заключается в том, что гремлины в первом раунде не блокируются, а если так, то виверны во втором раунде, они блокируют гремлинов и не дают им стрелять. Мы же не забываем о том, что Стингер может по вивернам еще ускорение дать. И с ускорением просто, хотя и так может дотянется, но нет, наверное, только с ускорением. То есть во втором раунде ускорение на виверн и все, и это, наверное, победа в одну калитку будет. Да, 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 идет ускорение, все, это ГГ. Больше нечем, в общем-то, это крыть. Так что вот этот ящик Пандоры, он тоже оказался очень и очень хорошим. Вот видите, такое хорошее начало было со стороны Бишопа с Салмиром, и как все резко перевернулось. Во втором раунде ускорение пойдет на скелетов, там уже будут довырезаться гремлины.
приходится снимать ответки, чтобы гремлины могли хотя бы вблизи ударить, но вблизи у них штраф, они бьют в два раза слабее. Отлетел, чтобы врезаться именно скелетами, они урона наносят больше, чем 5 виверн. Даже ману пока что не спешит кастовать какую-либо. Понимая, что вроде как не горит. А, не, стрелочками. Продолжает, да, минусовать гремлинов. Ну, в следующем раунде, наверное, их уже не останется. Но спешить бишопа, наверное, хоронить тоже не стоит, потому что у него есть золото на то, чтобы Салмира выкупить еще раз. Другой вопрос, что он сможет сделать после того, как сбежит или откупится. И в целом, станет он это делать или нет. Да, было 3900, стало 5400, так что Салмир, ребята, откупается. Так что ничего еще не закончилось. Но, если честно, на одной магии вывозить Салмиру здесь будет сложновато. Так что счет пока не стал 1-1. Если понадобится третья игра, то ребята вроде как завтра будут готовы. Ну а если Россия все-таки сможет выкрутиться и пройти со счетом 2-0, то в третьей игре уже особого смысла не будет, ее можно будет не играть. У Стингера тоже два варианта остается. Первый — это попробовать сходить к консерватории, проверить, какой там размер. А улучшает вампиров, кстати, в городе. Ну а второй вариант — это сразу бежать навстречу к сопернику, но ты попадаешь под момент скупки, под момент пополнения маны, и как минимум две цепнушки, пока ты добежишь до города, к тебе могут прилететь. О, а тут и еще есть золото в нижней зоне. Единственное, вот больно будет пробивать этих монахов. Вот он как раз их, наверное, с улучшенными вампирами и хочет попробовать. 1-1 для турнира — это здорово, но это для зрителей прежде всего здорово, если будет счет 1-1, если Молдова счет все-таки сравняет. То есть вы таким образом увидите больше игр. Hi, Tomko. Why he upgraded Vampires and Sword? In this tournament, all players playing without rules. Then all players can do in what he like. Enabled cartographs. Enabled diplomacy, enabled upgraded vampires, phoenix and others. Разумеется, для зрителей, ведь турнир для нас и идет. Ну да, все верно. Идет именно с грейженными вампирами пробиваться далее. И, ну, надо, наверное, блокировать нижние два стека. Да-да. Поскольку так ты хотя бы два стека одновременно блочишь. И для ближнего боя, чтобы снизить потери, накидывает экспертный щит. Так он на 30% будет получать урона меньше.
24 скелета отдал, я считаю, потери достаточно хорошие. Если получится еще и некроконей пробить сразу. А он их, в принципе, пробивает без проблем. Он думает, ему бы маны, да, типа под взятие консерватории, но пока непонятно, какой размер у этой консы вообще. А так, если он сейчас пробьет коней и выкупит, это будет 2 коня. Настанет скоро следующая неделя, буквально через пару дней. И таким образом у него уже будет 4 некроконя. С учетом огромного количества здоровья, убивать их придется тоже очень-очень несладко. Как по мне, то на второй неделе еще больше перевес должен вырасти именно в сторону стингера. Вообще достаточно интересно получается, да? Сначала стингер выбрал Clash of Dragons, потому что у него хороший наигрыш, там и очень много побед. И он там проиграл. И потом сборная России тоже берет тот шаблон, на котором у них больше наигрыш. И, ну, не сказать, что они здесь прям проиграют, но ситуация у них сложная. То есть они близки к тому, чтобы проиграть. Мы пока не видели две соседние зоны из трех со стороны Бишопа и России. Поэтому, может быть, там есть что-то интересное, за счет чего получится все-таки выкрутиться. Но основное преимущество все равно Салмира – это магия. Надо побольше финалок делать, побольше золота стараться накопить. То есть в идеале взять бы одну или две золотых шахты и почаще приходить в гости к стингеру и шарашить цепными молниями, после чего сбегать и пополнять ману и опять бежать, делать нечто подобное. И так до тех пор, пока здесь армии не останется. Но это хорошо звучит только на словах. На деле это сложно провернуть. Соперник же не будет просто молча следить за всем этим делом. Шакти запускается на разведку. Готов пожертвовать своими вивернами, стингер. Но при этом повырезать сопернику разных саппортов, которые там бегают. Их может оказаться очень много, а может быть даже и подловит какого-нибудь Салмира, который находится где-то неподалеку. Он же не знает, где он. Он понимает, что скорее всего в соседней зоне, в которой он выйдет, там его не будет. Но он может туда уже направляться, если он был выкуплен на предыдущий ход. И вот происходит стычка. Бишоп как раз видоминой там стоял в проходе, так что пошли так называемые тараканьи бои, да, битвы ложками или саппортами. Накидывается лечение на уток. Хорош, минус еще один герой, и ситуация для Бишопа становится еще хуже. Вот он находит еще одного героя, это Айн, но возвращается домой, потому что он не знает, насколько далеко город соперника, и вдруг он там скупится и по цепочке передаст армию, сейчас убьет Кейтлин, убьет 4 виверны. Ну, ему бы этого, наверное, не хотелось. Ход передается дальше. Итак, последний день первой недели начинается. Посмотрим, на какой ноте. Ой-ой-ой, а здесь лагерь беженцев еще и за бихолдерами. Ну, не сильно разгонишься. Есть еще один ящик Пандоры, который, к сожалению, Бишоп слишком поздно заметил. И у него была консерватория. Опять же, видите, вот эта нехватка разведки, которая была со стороны Бишопа. То есть в целом расклад-то тоже был достаточно интересный. Улик, рефьюга, еще один ящик Пандоры и консерватория. И да, можно было намошнить, попробовать перевес больше, чем у соперника. Но сейчас это сделать уже будет намного сложнее. Поспешил ворваться, решил заредрашить, но не вышло. Возможно, если бы он врывался на седьмой день,
Возможно, таким бы образом у него получилось как раз. Или даже на 1-2-1 врывался со скупочкой. То есть или на седьмой день, либо на 1-2-1, да. Ты скупаешься, у тебя больше количества приростов по армии, и у тебя как бы есть перевес. То есть ты на полную пытаешься реализовать как раз красный цвет, который соперник тебе по факту просто подарил. Он заплатил за выбор цвета и выбрал синий. Также сразу замечу, что если понадобится третья игра, то на первые две игры каждая из команд по очереди выбирает шаблон, удобный им. То есть это их домашняя игра, а соперники подстраиваются под этот шаблон. Но если нужна третья игра, то там уже идет черк. По очереди вычеркивают весь список шаблонов, пока не останется один, его, собственно, и садятся играть. Кто будет играть от России, если такая игра понадобится, я не знаю. Может быть, Hell Light? Он у них давненько вроде не играл. Последние игры в основном как раз Гомунгулс и Бишоп в основном отыгрывали. Но у них многое зависит от шаблона, то есть они подстраиваются под шаблон. Кому этот шаблон удобнее играть, кто лучше там отыгрывает, и в целом у кого времени как раз достаточно, чтобы в тот конкретный день сыграть. Как раз Россия состоит из трех игроков, да, Бишоп, Хеллайт и Гомунгулс. А Молдова на прошлом чемпионате мира она состояла из четырех игроков, а сейчас играют вдвоем ребята. Салмир пошел просто с разведкой, нашел тетиву. Кстати, тетива достаточно хороший был бы артефакт, если бы была стрельба у Салмира, чтобы гремлины наносили еще больше урона. Приходится передавать дальше, в общем-то, ход. По факту, кроме разведки, со стороны России ничего пока что не произошло. Чего не скажешь, конечно же, про сборную Молдовы, потому что здесь на прошлый ход внешнее жилище коней бралось. В ближайшее время, наверное, будет проверяться размер консерватории. И если там единичка или двойка, следует ожидать их взятия. Если тройка или четверка, то, возможно, до их взятия не дойдет. Игра может закончиться раньше. Что мы видим? Армия полностью вся перебрасывается на Кейтлин и хочет попробовать пойти в ва-банк. Стингер просто идет воровать. Стингер у соперника на его соседней зоне планирует забрать склеп и таким образом своровать побольше золота. Ну, чужие объекты и чужое золото, оно всегда как лакомый кусочек. Чужой кусок пирога он слаже. Три скелета всего лишь отдал. Отлично. Еще и против гипноза, да, амулетик добыл. Ну, в данной партии он, можно сказать, бесполезен. Вроде гипноза мы не видели ни у одного, ни у второго игрока. Всегда чужое золото звонче, ну да, или так. Шакти сразу же золотую шахту ломает, так что по золоту, можно сказать, Стингер ситуацию продолжает улучшать. Тут, судя по всему, один удар все-таки, даже может и не один, прилетит по скелетам. Но ничего страшного. Все равно награда, она стоит того.
И что, Кейтлин на единичке запускается сюда. Ну, возможно, был смысл все-таки наделать побольше. И он видит ящик Пандоры. Ох, если же, ребят, получится так, что он еще и ящик Пандоры стырит у Бишопа, это вообще будет почти 100% ГГ. Спасибо большое за подписочку, трактор. Ну и в конце хода Стингер все-таки идет проверять консу. И он еще два свитка видит. При игре без правил каждый свиток он на вес золота, можно сказать. На этих свитках тут можно много чего успеть сделать, особенно если это свитки 4-5 уровня. А в соде эти свитки достаточно дешевые по value. Так что за достаточно слабенькими охранами можно их получить. Ну что, начинается вторая неделька, но опять же, золото как было у Бишопа мало, так его мало в принципе и осталось. Сильно, конечно, тут не поиграешь. А все из-за того, что пошел сразу же рашить. Теперь это ему всю партию будет аукиваться. Ну и такое ощущение, что Бишоп подзавис. Достаточно мало у него возможностей, чтобы что-то делать. Улучшает Гаргулек. Ну это, наверное, и правда лучший вариант из тех, которые есть. 11-я скорость, очень быстрые единички. Ну и с ними хотя бы что-нибудь можно делать. Снова повозку купил вроде, да? И берет только единички, ничего больше. Так можно попробовать даже убить ложков. А если выйдет главный герой, то напасть, пробить цепнушкой раз или два, там смотря как уже будет получаться. И после этого уже тогда сбегать или откупаться, но золото. Вот для него сейчас важный аспект это золото. Он, конечно, построил префектуру, но 1000 золота в день это мало. Ему бы за змейками золотую шахту забрать.
Ну, Стинкер начинает свой ход с того, что сейчас попробует поехать все-таки забирать свитки в надежде, что там будет что-то топовое. И пошел по наклонной качаться, к сожалению, Галтран, как мы с вами видим. Грыженый стек вырезается в первую очередь, все остальное потом. Заклинание еще покупает для пирь. Некро коней решил не брать, да, чтобы не слить ненароком. Ну а 8 вампиров должны тащить. Плюс пачка скелетов. Тройка, нет, все-таки, ребят, не единичка там. Ну, тройка это жестко. С другой стороны, если он сейчас эту тройку берет, а под эксперт с замедлением вроде должен брать, то тогда без шансов, наверное, для Бишопа, потому что Бишоп свою консу-то забрать не сможет. Пока что ее банально брать нечем.
виверны здесь не сильно вроде как важны для него, поэтому может даже будет их потихоньку отдавать. Ангелы будут поважнее. Есть вариант камни кожи накинуть, решает. Лучше дать ускорение, так он хотя бы скелетами в этом раунде не попадает под удар, что уже важно. Ну, а тут придется удар, конечно, пропустить. Накидывает камни кожи, чтобы этот удар был не настолько жестким. Вообще изи, просто изи. Ну, это уже все. Дальше я уже не вижу вариантов для Бишопа, и до этого было не так много вариантов из-за того, что неправильно рассчитал врыв. А сейчас, честно говоря, не вижу вообще. Если Бишоп как-то сможет здесь выкрутиться, буду аплодировать ему стоя, потому что я не вижу как. В общем, игра от защиты синим цветом, пока что она здесь оправдывается больше, еще и произошло улучшение тряпок. Ну, этот вариант тоже читался, мы с вами его тоже предсказывали заранее, что к моменту встречи желательно бы это сделать. Что сказать, молодец? Да, молодец. Каждая стратегия это как ставка. Сегодня стратегия, на которую сделал ставку Стингер, она вроде как оправдалась лучше. А врыв со стороны Бишопа не оправдался. Но он же врывался вслепую, то есть там было сложно предположить, что у соперника есть. Он никак не рассчитывал там увидеть Виверн, да еще и в таком количестве. Если бы были только одни скелеты, то ситуация была бы совершенно другой. Во-первых, его никак бы там гремлинов не блокировали во втором раунде и не давали им стрелять. А это уже как бы дало бы ему выше возможности. А так, на Виверну ускорение все. Во втором раунде гремлины заблочены, и ты ничего не можешь сделать. Ну и плюс экспертная земля, которая докачалась как раз перед встречей. Прям тютелька в тютельку, все как надо прошло. Начинается переписка, пытается Бишоп узнать, сколько находится ангелов у соперника. Спрашивает, больше двух? Стингер говорит, да, больше. Спасибо за игру. ГГГ, говорит. Бишоп. 1-1, ребят, в таком случае. В общем, ставочка со стороны Бишопа здесь не оправдалась. И каждая из команд проиграла игру домашнюю. То есть побеждали те, кто играли на чужом шаблоне. Таким образом, между Молдовой и Россией счет 1-1. Решающая игра между ними, если ничего не поменяется, будет, ребята, днем, точнее, вечерочком, 18:00 по Москве. Это 17:00 по Киеву. Кому будет интересно, залетайте в целом на стримы. Не забывайте подписаться на канал, чтобы быть в курсе, и анонсы стримов будут в группе ВКонтакте. Все, рад был всех видеть.
Будем с вами дальше следить за командным чемпионатом и будем болеть за все команды и надеяться, что каждая из них покажет свой максимальный уровень. Израиль-Венгрия, ну да, да, Израиль-Венгрия. Мы же с вами уже смотрели даже первую игру между данными командами. Кстати, она была на зеркалке. Победитель между Россией и Молдовой, он попадет на сборную Беларуси. Беларусь была как раз серебряным призером прошлого чемпионата. Так что интересное противостояние будет. И жребий, видите, так распорядился, что до гранд-финала и вообще до розыгрыша призовых 100% не доходит две команды из трех, которые попадали в призовые места. То есть Россия выбила Украину, сейчас либо Молдова выбьет Россию, либо Россия Молдову, а потом, кто бы из них дальше не прошел, должны выбивать либо Беларусь их. И только одна из команд, которые были в призовых местах, сможет дойти до финала, гранд-финала. Единственное, что мы можем с вами сказать точно, это то, что Сирия будет играть за первое и второе место, они уже в гранд-финале. Северная, точнее Южная Корея, они будут играть либо за первое и второе, либо за третье и четвертое, то есть в битве за призовые они будут тоже 100% принимать участие. Ну и плюс вот какая-то из сборных типа Беларусь-Болгария, Россия-Молдова, Израиль-Венгрия. Вот кто-то из них, две команды из перечисленных, могут тоже попасть с возможностью разыграть призовые места. Так что у меня на этом все, ребят. Рад был всех видеть. Всем спасибо за внимание. Пока-пока и хорошего вечера или хорошей ночи вам, ребят.